Традиционный слет любителей металлодетекции и коллекционирования antiquar.lv собирает вместе всех энтузиастов поиска скрытых под землей раритетов. В Бабицком округе на территории в 2 гектара спортивное общество поисковиков организовало соревнования, трофеями которого были зарытые в землю значки, жетоны и монеты – серебряные и золотые юбилейные. Принять участие в увлекательном мероприятии могли и профессиональные искатели сокровищ, и новички. Единственное обязательное условие – наличие металлодетектора. Есть современные модели детекторов, простые, как бы в использовании, недорогие. И любой человек, у кого есть прибор, может приехать поучаствовать. Да. Если нет прибора, может приехать поболеть или просто посмотреть. В процессе поиска попадались и гвозди, и пуговицы, но некоторым повезло больше. Вот счастливчик, который обнаружил одну из трех золотых монет. Среди бывалых поисковиков и представительницы прекрасного пола. Им ни в чем не уступают новички, еще только осваивающие свои первые поисковые устройства. Металлодетекторы и все необходимое для поиска снаряжения можно приобрести в магазине minelab.lv. Компания представила новинку – современный компактный металлодетектор. Его очень удобно перевозить, и для приведения в рабочий режим не требуется много времени. Эти новые модели, они все могут соединяться со современными смартфонами, да, и можно там видеть дополнительные настройки, управлять прибором, да, слушать музыку и одновременно ходить с поиском, как бы, отмечать находки на карте, где вы нашли, какие именно были, да. То есть сделать все те современные вещи, которые вот вы вот на сегодняшний день, как бы, вам доступны современной техникой, как бы. Стать членом спортивного общества поисковиков и участвовать в увлекательном спортивном соревновании может любой желающий.